И обо всем по порядку. В Новый год с новыми планами. Уже в январе казахстанцев ждут перемены. Вырастут размеры пенсии и пособий, а у некоторых граждан и заработная плата. Начнут действовать изменения в законах, которые позволят казахстанцам обзавестись жильем или поправить здоровье. Моя коллега Зарина Беремкул знает, насколько сильно изменится наша жизнь. Итак, Зарина, добрый вечер. В первую очередь расскажи о прибавках, насколько больше будут получать наши уважаемые пенсионеры. Добрый вечер. Пенсионные выплаты по возрасту возрастут на 7%. В 2021 году на заслуженный отдых женщины начнут выходить уже в 60 лет. Этот порог сдвигается на полгода, вот уже в четвертый раз. Также в новом году увеличится пособие по инвалидности и по случаю потери кормильца на 5%. В полтора раза повысятся зарплаты у соцработников и почти у 250 тысяч медиков на общую сумму около 220 миллиардов тенге. Учителя станут зарабатывать больше на 25%. Месячный расчетный показатель, от которого зависят выплаты и штрафы, в 2021 году закрепился на отметке 2917 тенге. Менее чем на 2000 увеличился прожиточный минимум, а вот минимальная зарплата осталась прежней – 42 500 тенге. Есть изменения и по обязательствам граждан. На 2 года для малого и среднего бизнеса ввели альтернативный розничный налог в размере 3% от дохода вместо КПН и ИПН. Продолжая действовать освобождение от платы КПН и ИПН, соцналога и единого земельного налога для малого и микробизнеса. Крайний срок оплаты налога на транспорт сдвигается с 31 декабря до 1 апреля. Со следующего года стартует декларирование доходов. На первом этапе это коснется чиновников и их супругов. Они должны предоставить данные о ценных бумагах, участии в долевом строительстве и задолженности. А коррупционеры не смогут просчитывать на условно-досрочное освобождение. Зарина, а какие изменения в следующем году можно назвать самыми долгожданными? Пожалуй, это досрочное изъятие пенсионных накоплений для лечения и улучшения жилищных условий. Ведь о собственных квадратных метрах мечтают многие. По обновленным данным на декабрь, этим правом смогут воспользоваться 760 тысяч человек. Также известно, что 10% налог на снимаемую сумму можно оплатить уже после выхода на пенсию. Изменятся условия и по льготным жилищным программам. Для покупки квартиры по Бакыттыотбасы доход на каждого члена семьи не должен превышать 106 тысяч тенге. По программе «Шанырах» не более 127 тысяч тенге.